Уже внешность Суслова, иссушенный аскет-инквизитор, наводила ужас. 30 лет каленым железом выжигал он любую идейную скверну. Даже в партийных кругах Суслова считали сталинистом-ортодоксом. Суслов скончался на следующий день после сообщения о смерти первого заместителя председателя КГБ генерала Цвигуна. Ходят слухи, что Цвигун застрелился после разговора с Сусловым про бриллианты дочери Брежнева Галины. Пышные проводы Суслова в последний путь восстанавливают ритуал, введенный Сталиным при похоронах Калинина, потом повторенный при похоронах самого Сталина и с тех пор не использовавшийся. Несколько дней прощания в колонном зале Дома Союзов, потом процессия медленно движется на Красную площадь, митинг у открытого гроба, могила близ Мавзолея. В ближайшие годы церемония будет многократно воспроизведена.